Пара секунд и обед на столе! Что-то я стремаюсь, Джулиус! Да ладно, расслабься ты! Сильвер Ант представляет. О, интересно, а какой цыпленок на вкус? Выгребай на берег, или никогда не узнаешь. Все начинается! Этой осенью. Тогда пробежимся. Мам, рыбки ведь живут в воде, да? Конечно, милая. В воде. А что? А, это надо проверить. Смотрите во всех кинотеатрах с 20 октября. Год 2199. Земля находится на грани уничтожения. До гибели Земли осталось 73 дня. Человечество возложило все надежды на один корабль. Последний линкор. Ямато! Взлет! Классика научной фантастики теперь и в кино. Гамелонский флот! Эвакуировать третий мостик! Мы успеем! Ямато взорвется! Отдай! Дьюки! Не смей умирать! Стивен Тайлер. Sony Music Japan International. Это всего лишь слабый свет посреди моря тьмы. Превратим же его в настоящую надежду! Пап, я по тебе скучаю. Приложим все усилия ради тех, кого мы оставили на земле. Ты ведь не единственный, кто потерял близких. А я верю в него. Давай, уходите! Бли! Ублюдки! Вернись живым. Не смей умирать! Они обязательно вернутся. Спасибо тебе. Во имя Земли. Прощай. Во имя своих любимых. Гадай! Волновая пушка. Огонь! 2199. Космическая Одиссея. Скоро в лучших кинотеатрах. Marvel Studio представляет. Итак, мы нашли его. В 2012 году Железный человек 3. Представьте, блестящий военный, гуляка, повеса, дуэлянт. С первого взгляда влюбляется в религиозную чистую девушку. И она тоже отвечает ему взаимностью. И тут у него случается дуэль, и он на этой дуэли соперника убивает. К
казалось бы, чего проще. Отсидит под арестом, а жениться-то ему ничего не мешает. А она ему отказывает. И уходит в монастырь, чтобы замолить его грех. И этим переворачивает всю его жизнь. А любовь? Это что, для тебя пустой звук? Слушайте, ну, хоть какую-то совесть надо иметь. И вы верите, что он действительно любил ее всю жизнь? Я не верю, я знаю. Снова и снова всматриваемся в эти кадры. Люди, которым мы обязаны жизнью. Едва различимые тени на черно-белой пленке. Прошло всего 7 десятков лет, а мы уже едва можем разглядеть их лица. Солдаты фронта и тыла уходят все дальше, растворяются во времени, и, кажется, уже никто и никогда не сможет узнать в них своих близких. Но мы в силах преодолеть время. Впервые мы можем увидеть редчайшие кадры Великой Отечественной войны так, будто они снимались сегодня. Фронтовые операторы работали под огнем на передовой, чтобы потомки своими глазами увидели великую войну своих предков. И время не властно поставить между нами ни мутное стекло, ни кривое зеркало. Почти на час мы станем их современниками, увидим цвет войны их глазами. И, может быть, узнаем в их лицах свои черты. It's a horse they found wandering about in no man's land. What kind of an horse? A miraculous kind of an horse, be my guess. Can you imagine flying over a war? And you know you can never look down. You have to look forward, or you'll never get home. It is an honor to ride beside you. Let every man make himself and his country proud. Be brave! Be brave! Be brave! Past.
¿Se ha colado tu balón en mi jardín otra vez? No, ha sido mi avión esta vez. Vamos a echar un vistazo. ¡Hala! ¡Es increíble! ¿Qué son? Eso, son árboles y solían crecer por todos lados. Lo que más deseo en el mundo es ver un árbol vivo de verdad. Bueno, mamá, ¿no sabrás de algún lugar donde pueda encontrar un árbol de verdad? ¿Has tirado tú ese árbol? ¿Qué es eso? Creo que ha sido él. Ya te lo he advertido. Gracias. De nada. Ya te lo he advertido. ¿Quién ha invitado a este cacahuete peludo gigante? ¡Te voy a romper la cara! ¿Cómo vas a pegar a una mujer? ¿Esto es una mujer? Is charged in a $10 billion fraud scheme. We estimate he's got between $1 to $2 billion left. He's on the move. Take him as he comes out of the underground and keep it clean. He's gone, sir. There's no trace. He didn't leave a clue. Your man is not in Tijuana. If a man spends a lot of money here, we know it. I have a very large debt. I need Mr. Wright. He's our last chance. If we get a banker, we're back on the map. You want this done right, I should use my own men. Do it clean. No fancy stuff. Charlie Wright has betrayed our trust. Find him. Bring him here to us. Enemies? Why would anyone be mad at me? You
Your scam netted $11 billion. It's $1.6 billion unaccounted for. You're very good at math. You're gonna help me get better at it. We need to get you out of here. Take this family and move on from the mistakes. It's over for me. Heads up, lads. We got company. They say that in the end, life all comes down to a few fleeting moments. When a man finds himself at the end of his days, he has to be able to live with what he's done. If he can find the goodness somewhere, then life's moments will have mattered. And all that is not fades to nothing. Soothe your pain. I won't ease your strain. I seek you. With conspiracy to commit treason, terrorism, and sedition, the penalty for which is death by firing squad. You have one chance, and only one chance, to save your life. You must tell us the identity or whereabouts of Codename V. Do you understand what I'm telling you? Yes. Are you ready to cooperate? No. I'm sorry. No, you're not. But you will be. The only verdict is vengeance. A vendetta. If our government was responsible for the deaths of 100,000 people, would you really want to know? You're getting back at them for what they did to you. What was done to me was monstrous. And they created a monster. Fear became the ultimate tool of this government. I want this country to realize that we stand on the edge of oblivion. I want everyone to remember why they need us. I wish I wasn't afraid all the time. People should not be afraid of their government. Government should be afraid of their people. It is you. Several prominent party members have been murdered, Chief Inspector. This is exactly what he wants. What? Chaos. Beneath this mask, there's more than flesh. There is an idea, Mr. Creedley, and ideas are bulletproof.
aquí se puede pescar. Sí. Es allí que está más. Entonces van a la aventura. Autos reparieren? Wenn Sie zahlen? Ja. Wollen Sie 100 Euro verdienen? Ich will nur eins, nach Spanien. Und ich habe dafür bezahlt. Was ist das heute für ein Scheiß? Was sagst du, dass sie dich so ansieht?